Йосиф Пихо. Родился в 1896 году в деревне Пистино в Южной Чехии. После переезда в СССР жил в Мелитопольском районе УССР. Работал машинистом. Франц Янчишин. Йосиф Симмерман. Йосиф Пихо. Барбара Сойкова. Мария Длоуга. Анна Рауцепова. И обвинен в нелегальном переходе границы из Латвии. Расстрелян 1 ноября 1937 года. Жандармухи в возрасте 41 года. Расстрелян 3 июня 1938 года в Москве в возрасте 44 лет. В 1893 году родился в Чешской области. После переезда в Советский Союз. Дівчина була в Ледну 1938, а поправлена 23 února 1938. Родилась в 1909 году в Праге. Могила неизвестна где. Годы переехала в СССР. В каком году тоже неизвестна. Была в Москве. Чешской родины в Жила в Новосибирске. Работала в Новосибирске. 22 мая 1938 года в возрасте 42 лет.